Геру с пула на бабу дадим. Поставят, дадите Геру. Да бой долгий, я бой долгий, я думаю, Геру с пула надо, откатиться один. Стой, 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 там трэш в коридоре, баба. Надо убить. Агрите бабу, РДД. Только РДД, я вас умоляю, шире встаньте, как можно шире, чтобы не ловить всей толпой вихри. Сейчас подожди минуту хотя бы, надо, чтобы тринкеты откатили. Вот, погоди, а так поменяй себя с мастером, ты будешь с рейдом, будешь видеть все. Ты ворон вар. Именно для ДКшников поставил. Вару физуху лучше всего держать, если что. Если инфьюри бьет физухой, конечно. Физуха. В принципе, можно. Давай, РЧ, чё, я отчёт. Всё, тринки откатились, давай. Не, у меня откатились уже. СС, давай ещё раз. У нас один лог. Машу. Так, держим дистанцию, ебем звезду, правильно? Все, давайте, полетели на. Давайте, Геру, поехали. Слишком далеко. Смерть пана. Мастер, забери моба. Он нас сейчас убьет. Чулан, подведи к мастеру. Мастеру. Да, ты пошел, он не там стоит, он нас босс. Надо отводить к тому танку, который должен это танчить, то есть Алиса. Я дал позже. Это не огромно. Сорок. 40%. Слямов 700 тысяч. Скажу сразу, бежать или не бежать. Ну, со стороны звезды и черепа, в принципе, все прохиливается. Да нихуя, я все прожимки, сука, отдал, потому что по мне захил не проходит. Малекет, я так понимаю, лег от тотема. Чел, вообще норм танков не хилит, да? Войт, у тебя ДБМ есть на ЗС Ока? Так, ладно, я, короче, выйду на сейчас. Мам. Поставлю ДБМ этот оковский.
Да, он поймал моноберн и влетело два. Подожди, а вы что, это к ханту разве поставили полипала впритык, что ли, чтобы он рядом стоял хилил? Танка, который танчит ханта, нужно хилить через этот свет небес. Ой, как это, частицу света. К нему никто не должен подходить из хилов. Иначе будут вот эти вот пиявки и копья летать, и будут фаншоты. Дед Хантовский к нам пришел, к РДДшникам. И начал... Я начал забирать звезду, блядь, потом с босса начало, сука, агрос спадать, на. Потому что кое-какой хант, который... Ой, хант... Танк, который держит ханта, моба на себя не забирал. Вот в чем проблема. Ну, пул начинается, и он там, по-моему, его призывает. Там по пару секунд. 5-6, наверное. А там все нормально, нас напулают. На пулы и так были с пула. И пока Д фишка в другом. С мастера сорвали агро, когда он, блядь, побежал за пэтом. Хантовский. Сорвали два мага. Естественно, предсказуемо турбо и второй маг, который ребятки с Impossible, Fluffy. Не, они прожали глыбы, они не умерли. По красоте все было. Просто рыбу тыкните. Я бы предложил, если 60 метров частицы выхилит, правильно? Маликету стоять где-то здесь. И, может быть, даже подхиливать какого-то из танка. Вот видишь, где я стою сейчас? Да? Ну, смотрела. Вам нормально меня кикать, Тиса? Кто тебя кикал с диском? Я не знаю, меня просто кто-то кикнул отсюда. Отсюда нельзя кикать. Если кикать, то 5 минут пусть зайдет. Уманите мага. Сейчас он у него... Блядь, до хера хп еще оставалось. Так, это ладно, это Войд. Это ладно, ты... Вот, посмотри, пожалуйста, на 13-14 место. Ну, рекаунт. 4-6к ДПС. 4000 сова, 6000 лоб. Ну, чулан, я так скажу, он ДПС не давал, так как он бегал с этим, с мобом, его хантовский моб бил. А Виби это демон лог. Это пиздец, как мало демон лог в таком гире давать только ДПС. Ребята, сначала, блядь, дайте ему нормально разогнаться, потом пиздите. Как сделать? Войд, подожди, стой, можно я немножко... Давайте, короче, знаете, как сделаем, сейчас не сагрю, танчить будем бабу вот эту вот, вот здесь вот, не в углу,
где мы не можем колонны нормально оббежать. А вот здесь вот и станем таким полукругом РДДшники все. И когда будет вихрь, мы не с целым кемпом его ловим, как мы делали только что, а какой-нибудь 1-2, если случайно словит, то нормально. Мы просто сейчас стоим все в одной куче. В шеренгу нахуй выстроиться тут, а не стоять в одной... Естественно, не надо стоять в одной куче. Сейчас пулим босса, разойдемся, возьмем друг от друга рейндж, РДДшники, и не будем ловить вихрь. Ну, конечно, тут хреново прорисован, и мне, допустим, даже мне иной раз непонятно, он меня заденет или нет, вот, но все равно... Войд, здесь 100 метров вот отсюда до вашего фонта или шап. Шесть хилов, 4 танка. Ебануться, нахуй. Так, результата никого не будет. Нет, сейчас разморозит. Не становитесь притык. Слишком далеко. Вот сейчас гер. Мастер подбежит. Блин, нужен ДБМ, чтобы командовать миликом, когда будет мороз. Чтобы они отбегали. Я не вижу, когда он будет, поэтому не могу скомпоновать. Малики Туиннер. Я вам прожимку дал. Сейчас дам следующую. Ребят, по бабе активно. А дальше? Сейчас бабу добьем, сколько лямов. Ну, у нас прошло... Роман, поставь ТТ. Мюррей, почитай гимн, Роман. Турбо сорвешь. Эвинар, хильте. Прямо остался у бабы, сейчас добьем. Так, баба минус. Так, следующий кто войд? На тотем идем. Тотем сразу. Пробуйте ему каст открывать тотем. И не могут. Приоритет милики. ШПшник его вообще не бьет ничем, ни одна моя дота. Огненный, вроде бы. Нет он. Лена, залей иннерку. Лена, маликету иннер. Паладина за место шамана ставьте на меня. Тотем появится, шамана сольет. Но не Маликет точно, этот пускай идет, как второй холипал. Как я не помню. Холипал, иди частицу. Тотем. Эвинар захил. Царь, дай гимн на маму. Мучачёр, частицу на микстурке.
Ставь, дай гимна ман. Так, даю гимна. Готовься скоро вести главного канту. Да, да, да. Дал гимн. Главное хилы отойдите от главного, он замораживает. Чуван, через 15 секунд мучачу руины залей. Веду, веду, веду. Был 1.5 минуты. Адилью подними. Прожимки есть командой. Тотем. Тотем. Бьем. Лена, подними дико. Тотем опять. Я тогда прожимку давал. Тарь, дай гимн. Тарь, гимн. Гимн давал. Бас вырос. Т4, дай ДК. Нет. Мастера по огню дайте. Кого? Ставим на ману шансон. Я умер. У вас БР у чувани есть. Малики топ ману. Двадцать секунд. Ее прожим. Никто не сдох, тотем. А, на нету хилов. Поднимите плащ. Тайников особо нету. Приоритет кастеров. Кастеров приоритет поднимайте. Меня нет, я в танке. Да-да-да. Да. Алиса рекла. Ничего, я танчу. Чуван, долей, пожалуйста, на мучачу район. Нет, Войт, мы уже не успеваем. Вот даю чип на ману. Мёрэль. Мучачу, чувак. Он вышел, у него кстати, 10 копеек. Кстати, хотите, я вам прикол расскажу? Боря, когда берса будет, попробуй с ним.
примерно 2 минуты подержу. Меня да. Сильно не оверхильте, ребят. Ну вообще, ты его ТТМ убил, но так-то похуй. Ну, лежу фактически я в этой дозоне. Хотя его ТТМ просто добил. Под ногами мучачера. Ну ты получил все равно урон от этого, от звезды. Да. Алису надо заморозило, ее не прохитили. Слышишь, смотри. Алису надо после ханта на рейд ставить и пусть купол ставит. По КД просто дай все. Короче, смотри, после заморозки 15 секунд до этой огненной херни можно, я читал, можно говорить и отчитывать и за 2 секунды говорить, когда огненный. Я сегодня ДБМ возьму, потом всем раздам берса. 42%. 20 лямов. 20 лямов. Шреддер пан, но сначала упало пятеро, блядь, и пятеро этих упало из-за зубца, три зубца. Так я тут один, я вставал на пуль. Поставили босса. Ну, а что, вариант еще? Терять ну, давай. При этом. Я прибегу, ладно. Нет, ну нам в любом случае нужен сейчас ДБМ, потому что мы не анонсили при этот заморозку на вот этой... И вот все то время, которое милики могли бы отбежать, а потом бить, они стояли все вот эти вот 10 секунд в глыбе. Может, и практически вообще ДБМ не дамагили. 10 секунд, там 3 секунды, 2 секунды. Там 10 секунд написано, что оно в глыбе держится. Нет, 3 секунды. Ну вообще сейчас был супер отличный пул, как все поняли. Единственное, надо как-то избежать вот этой комбинации волна плюс тотем, потому что сейчас, когда били, у народа именно от комбинации от этой падал. То есть летает тотем сверху его звезды. Первых троих или четверых. Отсюда и трупа. Зубец. Кстати, Войд, приста сначала с боссом нельзя держать вместе, поуешить босса? Смотрите, о, Дия, убил тризубец, нахуй. Дикость, убил тризубец. Ну, волна, да. Их нельзя вместе держать. Огненная звезда. Селки на ХП не катят? Не катят. Ну, давай попробуем как-то избежать этот урон. Если не получится, то... Давай усилки попробуем с кем. Да пофиг на этот трезубец, я про миликов говорю, которые от тотема плюс звезды умирают. Звезда, так от звезды надо убегать в любом случае. Ладно, я постараюсь анонсить за 2 секунды до звезды, чтобы милики убегали. Буду просчитывать. Блин, без ДБМ очень плохо. Да, с заморозки мы очень много ДПС теряем. А при чем здесь хилы, если милик морозит, то мы... При чем тут хилы? Танка-то не захилили? А это заморозка диспелится? Нет. Нет, физуха. Нет. Мне ванхолика спекаться. Зачем? Чтобы вложиться? Или ты во фросте была? Я во фросте была, спекайся, типа, ванхолика, будешь купол ставить потом рейду.
полез. Еще раз прошу, почему не ставится босс в ромб? Ответа так и не услышал. Главный босс, который череп. Потому что звезда и аллея болтов всех убьют. Можно попробовать босса и бабу заливать одновременно. В принципе. Если милики будут как бы смотреть за вот эти вот. А у Ешки, как он, венец пламени, или жгучая огненная звезда, если они будут смотреть, баба, то можно и бабу ауешить, и как бы босса. Ну, можно, в принципе, попробовать так-то, вот, если откачивать звезда, звезду. Он, единственное, там его нельзя будет просадить ниже там скольки-то хп, чтобы он анверейдж получал. Звезда маншотит под берсерком. Под иступлением босса. По идее, так должно быть. Плюс увеличение урона, когда убивается третий. Поэтому до этого, блядь, босс не ваншотит звездой. Давай сейчас все выйдут, вот пару тел просто милики и танк, встанут к этому боссу и подождут до звезды. Потом мы заявим и опять пульнем. Как идея, посмотреть, сколько будет бить вот эта вот звезда. По идее, да, насколько я видел. Просто в чем проблема, вы не забывайте. Вы не забывайте, что помимо этой звезды кастует еще и баба, вот ауешку свою по всем ледяными стрелами по 14к. Если вы словите звезду и в таймингах потом поймаете вот эти стрелы, это будет не очень приятно. Короче, я установил Антошин ДБМ. Что там надо анонсить? Сейчас посмотрим, работает он, не работает. Звезду, чего-то там, огненную звезду. Не звезду, ну и звезду тоже, но тебе надо заморозку звезды, блядь, этот. В которой девушка. Сейчас не, ну если так Маликет говорит, что после 85 по урону по боссу будет отступление, то я не вижу смысла. Но его можно до 90 опустить. Так, ну, смотри, ты понимаешь, что у босса 5 лямов, у бабы 18 лямов. Ты его никак не опустишь. Если ты будешь играть через бабу, босса до 35%. Вообще не. Да, да, я тут. У меня есть, да, пожилой меньше всех, 10-300, да. Как ты смотришь, если бы упал от звезды? Где ловишь? Предлагаю пожилому спекнуться в танка, чтобы не менять. Старый, спекнись в танке, пожалуйста. Ну, по поводу ДПС, он на последнем месте далеко не был. Пока не 15 место, ниже него только танк микстур. Я тебе еще раз говорю, он умер. По ДПСу нет, по нанесенному урону, да. Уже портуюсь. Угу. Ну, смотри, да не сумойте вы меня. На последнем месте получается у нас Мюррей, потому что он, по-моему, не подыхал. Если не ошибаюсь, 9200. Я подох то ли от тотема, то ли от звезды, хуй знает. Ты, скорее всего, сдох от звезды. Ну, а так, с пула пятое мое место. Решайте сами, мне без разницы, могу на замене сейчас посидеть. Сейчас я скажу. Да нет, у тебя ДПС нормальный, если ты не дохнешь. Тут вот, видишь, блин, подыхало народу очень много. Сейчас я скажу, кто от чего сдох. Так, так, Элрей, Элрей, Элрей. Тебя убила жгучая огненная звезда, да, вот не отбежал, 33 тысячи по тебе. Виби, тотем огненного сполоха. Чё? Сколько? 71 тысяча? Это что-то вообще какие-то. Кого РЛ? Секунду. Кого сделать? Анхолика, Блада? Блада, если у тебя есть 4-4. И вот еще у меня гениальное предложение.
без обид, бычьи головы, но вот этот вот ДЦшник, которого сейчас... Да-да-да-да-да, я, кстати, хотел предложить. Давайте, накиньте мне это. И он будет намного профитнее на этом боссе. Или в холик и меня... Как вам сказать? Конечно, профитнее. Можно мне тоже еще одно предложение ввести? Войд. Смотри, мы играем в бабу, забираем ее, идем на тотемщика, оставляем ему 5-10%, все свичают в мужика, точнее в босса и в хантера, убиваем хантера, и добиваем тотемщика и играем в босса. Профит в том, что мы не играем против хантера и тотемов одновременно. Давайте дождемся того ДЦ. Нет, бить звезду. Не, последовательность вся то же самое остается. Мы убиваем звезду, идем к тотемщику, тотемщика просаживаем до 5-10% условно, чтобы его можно было быстро добить. Уходим на босса с хантом, быстро убиваем ханта, и у нас получается стоит босс с хантом, и нет такого эффекта, что тотем работает по рейду, и хант накидывает по рейду. Забиваем ханта, забираем быстро тотемщика и убиваем босса. Пока ведете босса к... Еще раз скажу, пока ведете босса к листу, трезубцы начинают ваншотить рейд. А, это я, короче, Виби, тебя 60к ударило не критом, это под берсой просто босс был. Я тупанул. Этот, Мюррей, если не против я пива, то я бы хотел Мюррея отправить на замену, а Умору пустить в рейд. Да, без проблем. Это будет намного профитнее по ДПС. Блять, ну, Мюррей, да, вот Мюррей, я согласен, что маленько он не дожимает. Он это не, я... Нет, братан, не то, что не доживает. Во-первых, он не сдох, это да, это как бы плюс. Я но... говорю, не дожимает по ДПС. Нет, я тебе про то же говорю. Я говорю, он не сдох, но все равно мало. Да, здесь. По одной замене с каждой гильдии, чтобы не было ничего там. Ничего, я за место тебя поговорю. Секунду, Мюррей, выйди с инста, не можем засумонить других, пока ты тут. Он только что ТП сделал, он пока грузится, ты не засумонишь. У меня, о, теперь было ранее. Ребят. РЛ. Я после, я держу. Я что делаю? БДК. Пожилой ДК. Звезда, каждый каст волны исцеления, который ты не в заморозке, должен сбить. Там 0,8 секунды каст или меньше, даже не помню. И все, выжить главное. Держи же в метке его. Точнее, даже не в метке. Я тебе сейчас скажу нормальную метку. Потому что босс от... Поставьте, пожалуйста, вон, сейчас встану. Вот сюда метку, поставь звезду. Окей, но я спросил совсем другое, что я после делаю? Бежишь к остальным боссам, бьешь их. Либо же бежишь к кресту, к ханту и забираешь мелкого мобана себе, чтобы второй танк, который танчит двоих, меньше дамага получил. Вот что. Да, забираешь этого моба и отведи его куда-нибудь подальше, чтобы ты не ловил копье лишь. У вас full inst. Предложение есть сейчас вот проверить, работает ли ДБМ у Япива, спулить босса и просто посмотреть. Работает. И потом его сразу... Да. Работает? Да. Ну ладно, хорошо. У меня точно работает. А, ну умор здесь отлично. По центру впихни.
возле колонны, где вход, правая колонна, вот эта маленькая такая, сюда вот. Звезду я тебе сейчас покажу. Да. Не надо туда вот звезду. Не его надо хорош. Сюда звезду, мы не можем... Надо, потому что я в прошлый раз там держал, и когда он замораживает, он нахуй откидывает босс, блядь. Поэтому я и говорю туда ставить. Сейчас так. Опять будем на вихре. Идите в курс дела, пожалуйста, вкратце. Да. Вот я предлагаю вот здесь вот поставить основного босса, а где вы поставили эту, ну, бабу, там бабу делать. Я понял, да, подводить просто потихоньку. Только надо подальше от ромбика встать, почти что вплиты к ханту к этому. Чтобы не, не, вот, царь, колонны. Вот где ты стоишь, с другой стороны колонны, просто там расположимся и все. А, ну, да, или так тоже. Тотем. Косноязычие работает? Угу. Ну так юзайте. А, ну у нас лог еще сдох шипа. Войт, смотри. А
один момент. Короче, мне он говорит, убиваете приста, и типа надо сводить ханта с боссом сразу. То есть мы ушли свичиться, а хант с боссом должен стоять. Вот так. Добро. Ну, Войт. Но он говорит, что это надо сделать только после убийства. Стоп. Это, а может быть, подождем все-таки того ДЦ, вы меня спекнете в холик или замените? Он здесь уже. Ну, у нас Кокс-то здесь. Ну... Саня, привет. А чего мы умерли первый раз? Ну, нормально, трезубцы, нормально. Трезубцы, нахуй, звезды. Ну, чтобы трезубцы вас не ваншотали, вызывайте бомжей. Первая фишка. Перекиньте спугов, пожалуйста. ДЦ-шку как раз. Именно. Всем привет. Привет, Саня. Привет. Привет. Да, на первой фазе стоим на лестнице, а дальше, по-моему, к РНЖ отходим. Да, трусики с зелеными. Ты назначь хотя бы людей, я либо анонси. Один, второй, третий. Я предлагаю, допустим, один ДК дает бомжей, один маг прожимает копии. На следующий уже, когда это закончится, копии и бомжи, другой маг прожмет копии и другой ДК прожмет бомжей. Хорошо, договорились. Только это, один момент. Перед бомжами, когда вы будете анонсить заморозку, чтобы бомжи, каст бомжей в заморозку не попал. Либо мы... в РДД-зоне пусть делают это. В смысле, а бомжи в заморозку, чтобы их это... Да, чтобы не сбили каст. В какой сейчас заморозке? Тёлка должна быть мертва. Бомжам зачем вообще? Так она боссу дает эту способность. Она не дает боссу эту способность. Дает, он замораживает. Да что не спорьте, я только что попросил, сделайте это. Санонсите, пожалуйста, заморозку. Спасибо. Так я в чем проблема? Сделал три шага назад и закастовал бомжей. Че, давайте драться. Короче, Старый скажешь, когда бомжей, Антоха скажет, когда заморозка. Хорошо, да. Да там даже это ничего страшного. У нас все равно там УП это у хантов, у престов еще от детьми можно отдать. Ладно. Час ночи, ебать, один пул всего сделать. У нас пиздежей больше, чем этого пула, блядь, было, нахуй. Если чё, хан тоже может ловушки ставить змеиные. Стражи к бою! Ждать нас босс!
использовать. Микстурка, где босс договорили ставить? Беру. Ты что, бить его сейчас хочешь? Ну, а мы его мультидота близко подвел, близко, подальше. Ложить. Дед, вы рофлите? Вы рофлите или что? Я вообще не понимаю. Все, ложитесь, ну сука, он новый народ. Блять, ну только что же сказал я, мне человек объяснил, который ебет этого, блять, ебучего вот этого босса сводить с хантом надо. С хантом. Только после убийства Приста. А не подводить его. Я это тоже увидел. Нахуй мне сказали, что... Так мы договорились только что до этого, чтобы... Вот этого босса нужно подводить вообще никому. Потому что каждые 20 секунд он кастует, блядь, жгучую огненную звезду. Независимо от... Так ты понимаешь, мы в рейнже должны стоять. Мы, блин, выбрали рейндж, в котором мы будем стоять. Ты что, прямо к боссу, блядь, и нас он шотнул от всех? Так ты повел рядом с боссом, а не туда, где мы договорились. Мы договорились, что он вот здесь, он будет босс стоять. И чтобы его РДДшники мультидотом доставали. Звезда достает нахуй до звезды этой, блядь. Если он будет там держать эти пока. Блядь, хорошо, сам, давай да? Сюда, здесь достанет? Не достанет. Ребят, суманите, что-то со входа не знаю, как пройти. Мне постоянно суманит. Суманите, Умару тоже поднялся. Долго просто бежать, как стоимо. И по сколько паладинов у нас в рейде? Раз, два, три. Три. Ну, Шреддер первый поставит Frost Resist на каст глыбы, вот это шипов ледяных, прожимать сокро. Ой, этот. Короче, ты понял, как это хоть называется? Мастер Аур? Да, Мастер Аур. Потом ставит Чача. Тут все надо ставить на этот, как его, на огненную звезду. Или тотем? Огненная. Ну, тотем, первый тотем мы сливаем изи, который будет стоять у шамана. Тот тотем, который ставит босс, он не бьет по всем, как считаешь. Тотем, значит, который ставит там босс... Меня слушай, сейчас все анонсишь, все говоришь, понял? Давайте. Короче, босса ставьте точно так же, как вы сейчас все спланировали. Кроме того, РДД и хилы выросли, дотачивайтесь вот между колонн. Вы можете... Да, это понятно, просто это уже говорилось, да. Два пула, но никто не может рейндж взять. Обязательно рейнджу наберите. Стоим все в одной куче, ловим, блин, этот вихрь. Значит, дальше... Стоп, я только анонсю эти гимны и БР. Хорошо, значит, этот... Дальше, ну, также сливаем все мет. По поводу тотемов. Тотем, который ставит босс, сам череп, то есть тотем, который ставит шаман, бьет по всем игрокам в зоне 45 метров. Тотем, который ставит босс, бьет только в один тайм. То есть, когда ставит тотем босс, никто у него не свечится, просто забиваем хуй. Продолжаем играть делать? Только в босс. Продолжаем играть только в босс. Ну а все остальное изи, как бы на ханте помогает. Изи, изи, анонси, все. Заморозки. Черепок вам сюда ставить, будете его дотами кидать или отводить в угол? Череп поставь вот там, где у нас, где метка стоит, то есть все разведены, ну, на достаточное расстояние, очень даже хорошо. Главное, чтобы хилы не проебали ромбик и каст не просрать от хила. Давайте разводите. Ладно, понятно, так и бьем. Геру дай. Ну чё, ты где там Гера? Геру! Гер, минута КД! Ну, все стоят по центру. Вы что, не можете прижаться, блядь, к скале ебучей или что? Просто, блядь, все хилы взлетели, вы ебанулись? Не
танк на шамане прожимается, сейчас тотем поставил. Доктор, гимноман. Даю. Баба, 5 лямов, скоро добьем. Царь, гимн Аману. Максимально к правой стенке прижимаемся. Сейчас сливаем тотем. Больше тотем. Второй тотем. Но почему на нем нету, блядь, красноязычных? Как же он бьет не по всем целям? Он 3-4. Все, на остальные тотемы забили. Все, играем в самого босса. 40 секунд этот. Эвинар упал. Дайте БР танк. Второй танк забирают и в угол. Я забираю. Шансун гимноман. Только пета не могу забрать. Она пета поддержит. Что мы решили? Мы будем этого босса добивать, нет? Да, да. Все хорошо. Потом 7 секунд. Маленький туин. По тотему заехали. Красноязычие. Да не бьет огненный по всем, вон, пришарали все. Добиваем больше. До 5% его доводите или бьете? Полностью убиваю. Уже спрашиваю. Желание гимноману. А босс уже не должен быть с кантоном или нет? Не надо ничего. Войт, попроси, пожалуйста, чувана кинуть на мучачу рейд. У Чулана Кадена. У него Каден писал. Может, Геру из Донта дадим? Нет, а? Давайте Геру. Бомжей первых. Я дам. Прожались танки Берса. Турбо, дай копии, если есть. Дикость, дай копии, если есть. Все нормально. Войт отдал. Доктор, гимна. Т4 надо. А давай. Сейчас не надо, не надо. Не сейчас, под берсу, я скажу куда. Ну уже отдал. Давай. Под берсом. Так, еще давайте змей. Лена, подними. Еще есть что-то под это? Кокс. Только что шар отдал. Царь гимноману. Да я уж отдавал. Бомжей, дайте скобик. Виби. Вика, подними, пожалуйста. Дайте какой-нибудь дефчик. После жмула, после... Вот, давайте БР магу. Прямо сейчас БР магу. Босса в центре. 5 минут до берсы. Таргет, который, в который босс кидает, таргет прохил. ТТМ играем только таргет. По боссу. Поднимите, пожалуйста, турбо, чуван. Дистанцию надо? Сказать? Он не в дисе, напишите ему. Тоха, дистанцию надо держать? Да-да-да. Отошли, мелики. Косноязычие, держите на боссе, пожалуйста. Отошли, отошли, милики, блядь. Бьем.
Мы забиваем турбо фулбаф, да? Ничего, бьем только босса. Интересно. Отошли милики. Отошли милики же. Там Т4 было. Я отдам на следующую красную. Бьем. Короче, когда бить, смотрите сами после каста. Я говорю только куда отходить. Или на исступление отдать. Может ДДшникам выпить банки получше, а не на сапрот. Дай на исступление, я там на сустол. У меня кафты когда? Каст! Вышли. Блять, вы не запиздили, чуваки. Меньше флуда, пожалуйста. Все, я на исступление отдам. Ты Берса. ДПС успевай. Отошли милики. Гера, когда что погиб? Давали войд на фанта. Для павших можно дать. Давайте Геру для павших тогда. Какая Гера, не свой КД? Что показ? Отошли милики. Какую-нибудь прожимку танка надо будет на берсу. Половинку ретрика. 30 секунд КД, прожимка, пожилой. Сейчас. Там ШВ есть, нормально. Дайте инноку, мучачеру. Отошли, милики. Давайте, сейчас без бой. Ебашьте, 2 минуты, четко идет. Никому это не интересно, просто бейте боссами. Мучачу, ману, Аделии, ману, Луциферу, ману, Малкиту, ману, Ялки, ману, любому хилу. Могу им на ХП дать. Я прошу. У кого есть? Да Игин на ману. Отошли милики. Не слакайся с кастом, пожалуйста. Задефайте танк. Дал зубы микстурки. Я на следующую Т4. Чё по косту? Ходите. Да лапку. Дайте иннер доктору войсковой есть. Малике, дай возложение рук на мучачу. Дай 10 секунд. Проходите. Пока Гера появится у шаманов, давайте. Да все это, блядь, он сейчас сдох. 40 секунд. Сейчас пришли. Монотайт пошел. Все, бейте босс. И все, блядь. Меньше флуда, больше дела. Сейчас скажу за миликов. Почему поумирали в прошлый раз? Потому что, блядь, свели босса с хантом. Не видно было каста, никто не анонсил. Сейчас, блядь, вообще на изи. Умора, давай будешь с войдом ролить. Да. Сегодня он как-то ролит. Сегодня я ролю. Он пусть пиво ролит. Окей, пиво. Тогда поменялись у нас роллеры, короче. Так, а вы только слепого, да, убили здесь? Да. Да. Можно въебать жирного, но мы его не убьем, нам не хватит ДПС. Так у нас 6 танков. Так, кто там ролит? У нас 6 хилов, ну, как бы, танки сейчас пекнутся. Так, а у нас анхоли, 2 анхоли танка есть сейчас в рейде? У нас анхоли, один анхоли есть. 5 есть, один. Нужно 2 отхали танка. Макс на рогу сейчас пойдет, он на одного босса. Он на кого сейчас? Ролим, пиво, что ты там проебываешься? Можно ли? Ясно, блин. Можно пойти этого, жахнуть. Вот этого. Кратреша. Ой, блядь, Кратреша. Марагрима. Вот сейчас, который прямо. Че вы... Войд. Нельзя тебе ролить.
Я еще на медведя гнал вчера, что он плащ проебал. Тут он у нас получше. Так, тихо, это можно, пожалуйста, минуту, секунду молчания. Что там, оба ну, надо почитать, да? Ребята, в гильдию напишите, пожалуйста, мне Т4, оба мне забрать, оба. Да. В АДК точно, потому что, блядь, всё. Для меня вопросов больше не имею. У старого был Т5. Мне необходим на хули половина. Все хорошо. Это старый, сейчас, короче, у нас сейчас что по танкам вообще? Есть Т5? Могу анхолика пойти сделать? Вот, иди делай анхолика. Иди делай анхолика. Говори какого? На АУЕ. АУЕ. АУЕ, жизнь ворам. Мне нужно два АУЕ анхолика и один соло танк. Хороший. Лучше поменяйте. Все. Что, в три танка пойдем? Да. Витя, просто я объясню ситуацию, что босс очень часто замечен. Я в курсе. Берет, я его убивала по танку просто. Берет есть билд, я сделал специально под этого босса, это Рога говорит, с более длительными триксами на пул и с большим уроном по АОЕ, то есть на пул будет очень хороший. Я понял, ну на пол будет хороший, но что делать в том случае, если танк возьмет в колбу? Не, я в плане того, что на пол будет, а там дальше сами. Можем у нас сейчас 6 хилов. Можем убить Гидроса. Можем убить Гидроса. Это Войд, Войд. Антоха, молчи. Войд, мучачеру на одного босса просили, он на Рогу заходит, как и договаривались, хорошо? Угу. Можем убить Гидроса, можем убить рыбу, 100%. Только кого можешь отрелить, идем убить. Всех могу отрелить, даже вас. Сейчас Павлик еще подойдет. Ладно, пойду пока покурю нахуй. Сколько Паша давал вчера волков в ДБС? У меня 30-ки не было. Сумоньте там, если можете. Ну, на самом деле, холипала, я вас реально понимаю. Но если не будет холипала, то не будет пронос. Все про. Идет один Рога, напуливает всех подряд секунду. Прикинь, холипал реально 2Т5, 2Т10, и в этом хаста у него будет. 1Т5, я не знаю, что это значит. 2Т5 это 4Т5 говно полное, нахуй. Да, нет, именно исключительно 2Т5, 2Т10. Кокс, нахуя тебе Т5? Расскажи мне, пожалуйста. Для комплекта 4 штуки. У тебя же есть, ну, подожди. У меня 2 штуки. Ну, старому нужно танк. Давай приоритет маленький. Давайте реально сделайте мне старому, пожалуйста, танков Т5. Окей, нет возражений. Вот что у нас надо? Бори надо, Антохи. Я не буду брать вообще ничего. Бори, Антохи, старому и Максу. Все. Потом одевайтесь, ради бога, я вам все. В смысле старый нахуй танк? Пошел ты нахер. Умора, слышишь, ДБМ дашь потом, пожалуйста, скинешь?
Ну чё, чувак, если бы ты вчера не, у тебя интернет не подвел, было бы уже две шмотки. Ну, чтоб ты понимал, я вот за 10 минут до РТ сделал интернет. А чё было-то? Ну, я хз, у меня просто что-то не подключался. Ух, я, короче, пиво. Ваше здоровье. Я, короче, смотри, еще такое вот предложение. То есть давай, может, сольем вот этого, да, и пойдем в око траить. Все-таки Т5. Ласта? Да, пошли. Рыба и т.д. это поинтересно, конечно, боссы, но я лучше предлагаю Т5 бить. Не против. Кстати, просто там же изи лёг вообще. Просто надо... Ну, там не то чтобы изи, немножко есть нюансы, но просто там надо сейчас вычистить весь трэш, что мы вчера убивали. То есть там сейчас резнулся весь трэш. Ничего, воронки по фарме. Не, ну, без проблем, конечно. Я еще 2.5 часа железно строю. А ну нахуй прекратили срач ебаным вильми. Я надеюсь, чуваки, вы там не за Т5 третесь. Ну, чтобы вы понимали, как бы, я вчера вам все Т5. Да не, они за флут срутся в РК. В РК, блядь, диси. Ладно, давай мы помолчим. Пацаны, в гильду пишите, короче, что хотите сказать. Ничего не говорю. Напульте, пожалуйста, кто-нибудь в комнату. И вопросик такой, сколько до Грсы оставалось у босса? Меньше минуты, наверное. 53 секунды. 53 секунды. 4 секунды осталось до Грсы. Короче, ну это, брат, по вашим ДБМ. Без ДБМ. По моему. Ну, у меня 53 показывает. Ладно, возьмем 30 секунд. Отлично, все равно. Да, в принципе, это не важно. Какая вам нахуй разница? Убили и убили. Что за нахуй спорами? Именно.